Шеф-повар Максим Григорьев. Печеночное суфле. Печень – это полезный продукт, особенно для тех, у кого низкий гемоглобин. Часто предлагают его вписать в список обязательных продуктов для беременных и детей. Вот коснулось это и с мою семью. Когда ребенок отказался есть вареную печень, я ее перемолола и смешала с гречкой. Но и такое блюдо ему было не по душе. Время приготовления. 1 день 16 часов. Ингредиенты. Булочка бутербродная 1 штука. Крупа манная 2 столовые ложки. Лук репчатый 1 штука. Молоко 200 мл. Морковь 1 штука. Свиная печень 400 грамм. Соль 1 грамма. Яйца куриные 1 штука. Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты: свиную печень, булку, лук, морковь, яйцо, молоко, соль и манную крупу. Шаг 2. Блендером взбиваем до однородности очищенные овощи, 1 морковь и 1 луковицу, и добавляем 1 яйцо. Шаг 3. Добавляем по вкусу соль. Шаг 4. Печень, 400 грамм, подготавливаем, моем, удаляем пленочку, прожилки и также взбиваем блендером до однородного состояния. Во время взбивания добавляем 1 булку, предварительно вымоченную в молоке. Шаг 5. Соединяем печеночную массу с овощной. Добавляем манную крупу и тщательно перемешиваем, оставляем на 15 минут. Шаг 6. Силиконовые формы смазываем маслом, не обязательно, и вливаем по бортике подготовленную массу. Шаг 7. Формы помещаем в чашу пароварки. Через 30 минут печеночное суфле будет готово. Приятного аппетита! Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.